Їхім шифри. Началось все с того, что значит, ну там нам это, от бабки по наследству мебель досталась такая антикварная. Середина конца 19 века. Да нет, ну что там, мебель вроде обыкновенная, ну там это с завитушками, это стол, стулья, шкаф. Но я теперь, верите, братцы, слово «есть» произнести не могу. Вот хочу, как раньше крикнуть жене, я есть хочу. А у меня выходит, Мария, не пора ли нам мужнить, милая? Сыну, главное, хотел подзатыльник дать за то, что он это в дневнике тройку на восьмерку переправил. Не, ну вы верите, братцы, вот так руку уже занес. И вдруг сказал, Николай, вы поступили нехорошо, стыдитесь. Ребенка испугал. Жену чуть до слез не довел, а все потому, что я издевался и влюбился. Ой, вот теперь за тебя любая пощек, не то что раньше в застойные годы одна я дурна. А я сам, братцы, вот я не знаю, что со мной происходит. Вот вчера утром подошел к жене, говорю, тюэ и твои жули, ежурви. Хотя французский учил в школе, так? И помню только Нихтверштейн, все. И еще, верите, братцы, что не вру? Я вот утром без галстука к завтраку не ухожу. Я его гады раньше нарочно прятал. А вот теперь, пока свежую рубашку не надену, пока галстук не нацеплю, я из комнаты выйти не могу. Я вот так вот к двери подойду, а меня оттуда вот как ногой вот в грудь кто-то толкает. Так вот минут 10 помучаюсь, потом как дурак в галстуке ухожу. Только жена к этому привыкла, новый удар. Руку я поцеловал. Даже не знаю, как это получилось. И что-то я вроде наклонился зачем-то, как чмок ее в запястье. А сынишка с меня стал пример брать. Учительница в полной растерянности. Он говорит, за партой сидеть спокойно не может. Все, нравится ей место уступить. Вот такие, братцы, дела. А это вот воскресенье, значит, к нам гости пришли. Я им хотел анекдот рассказать. Ну, неважно. Не, я так вот дверь прикрыл, чтобы сынишка не слышал. И стихотворение прочитал. Я памятник возьми к себе, не рукотворный. На работе правду всем стал говорить. Директор теперь самый первый здоровается. По имени отчеству называют, хотя неправильно. Вот такие, братцы, дела. Как дальше жить, неизвестно. Ну, мебель отдавать жалко. Че там, это столик такой? Ну, кресло, сядешь в него, в голову, мысли всякие лезут благородные. Там об экологии, о спиде. Я хотел про все про это, вот в наш современный этот толстый журнал написать. Письмо матери написал. А вот я телеграмму отбил. Ты что, говорит, заболел, сынок? Встречай, приезжаю. Вот теперь с мамочкой вдвоем будем. А как дальше жить? Не знаю.